Мороз, солнце и гонки для любителей и профессионалов. В Твери впервые при поддержке Сбербанка России прошли межмуниципальные соревнования «Киселевская лыжня». На старт у деревни Киселево в Заволжском районе вышло около 100 лыжников в возрасте от 5 до 60 лет и старше. Вместе с тверичанами зарядиться энергией и позитивом на местной трассе приехали гонщики из Торжовского, Кашинского, Калининского и Конаковского районов, а также Лихославля и Торжка. Получить хорошее настроение, заряд энергии, так можно сказать, сегодня тем более погода располагает, солнышко, снег, мне кажется, это самое важное для здоровья, для счастья. С погодой действительно повезло, после оттепели как раз в день Киселевской лыжни в Тверь вернулись морозы. И по оценке специалистов, трасса была практически в идеальном состоянии. Трасса прекрасная, скольжение хорошее, и даже, извините, Господь смилостивился, и погода прекрасная сегодня, солнышко. Региональная федерация лыжных гонок стала организатором этих соревнований. Генеральным партнером выступило Тверское отделение ПАО «Сбербанк России». Высшие силы помогли с погодой. Но этого спортивного праздника точно не случилось бы без Павла Дьяконова и Михаила Воронцова. Это они, энтузиасты и страстные поклонники лыжных гонок, за 6 лет собственными силами при поддержке друзей и единомышленников превратили заброшенный пустырь в лыжный стадион. Мы сделали круг, потом стали накатывать это все снегоходами, сделали барану самодельную. Вот, и так постепенно это все, вот, потом появились петли, потом мы стали делать рельеф, и вот она постепенно пришла к такому виду. На сегодняшний день Киселевская лыжня – лучшее место для занятий как начинающих лыжников, так и профессионалов в черте Твери. Все желающие на местной трассе могут бесплатно заниматься любимым видом спорта, причем круглый год. Здесь территория-то очень хорошая, то есть летом здесь можно бегать, а зимой здесь можно кататься на лыжах. Ну, идеальные условия, и самый большой плюс для нас, для всех, то, что это находится в черте города. Конечно, хотелось, чтобы побольше людей здесь каталось. В общем-то, не для себя делали там, и для людей, и людям нравится. Вот, ну, сейчас вот уже федерация подключилась, то есть вышли мы на новый уровень, получается. Так что хотим развиваться дальше. В программе соревнований определились обладатели 8 комплектов наград в 4 возрастных группах на дистанциях в 1, 1,5 и 5 километров свободным стилем. Первые медали разыграли мальчики и девочки 10-12 и 13-14 лет. Подморозило чуть-чуть, лыжи хорошо ехали, все понравилось. Мне очень понравилась трасса, там прям были такие спуски, подъемы очень хорошие. За меня болели родители, это очень было хорошо. Было очень интересно, повороты такие очень резкие, иногда скользко было. После юных лыжников на старт вышли взрослые. Мужчинам и женщинам предстояло промчаться по трассе с крутыми виражами, подъемами и спусками 5 километров. Среди женщин эту дистанцию быстрее всех преодолела Екатерина Митина. При этом на Киселевской лыжне девушка держала еще и главную победу – победу над собой. Вы сегодня победили, и себя тоже. Себя по времени, ну, в принципе, по сравнению с вчерашним днем, да. Абсолютным чемпионом Киселевской лыжни среди мужчин стал Михаил Шпачков из Торжка, который пролетел 5 километров за 11 минут 52,14 секунды. Для лыжников очень интересно, потому что скорость большая. Единственное, что да, тут не убежать. Но есть места, где можно обогнать. Очень хорошие повороты. Я бы сказал, такая более зрелищная трасса. Быстрая, скоростная. Ну, удобно. Мне вот, например, понравилось. Мне нравятся такие трассы. После финиша все юные участники Киселевской лыжни получили сладкие призы. Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и новогодние подарки. Естественно, главной наградой для всех лыжников стали положительные эмоции, заряд здоровья и энергии, полученные на трассе. Сбербанк является спонсором этих соревнований. Огромное спасибо. Так получилось, мы впервые с ними сотрудничаем. Мне кажется, блин оказался не комом.